Наступила весна, солнце стало греть ярче, снег стал таять, потекли ручьи, запели птицы. В лесу тоже пришла весна, и в берлоге проснулся медведь. Всю зиму он спал в берлоге, проснулся голодный. Ребята, два яйца, а Мишка хочет сделать яичницу. Только у него яйца-то какие интересные. Одно яйцо сырое, а другое вареное. Кто знает, как можно отличить вареное яйцо от сырого? Вот Леон. Наш снеговик Леон знает. Иди сюда, расскажи нам, помоги Мишке. Вот я не знаю, какое из них вареное, какое сырое. Мне надо яичницу сделать. Очень есть хочу. Я всю зиму спал. Надо можешь попробовать вареное. Попробуем на столе. Придишь, мы покажем. Это яйцо белое. Так, это вареное, это сырое. Ой, какой ты молодец, значит, это вареное. Ну, давайте я покручу, можно? Ой, крутится а яичко. Нет. Да, это яичко долго крутится, наверное, вареное. Давай. А вот это попробуем. Сырое. Ой, не хочет крутиться. Ладно, хорошо, спасибо. Спасибо, внучок. Сырое яичко. Ребят, у меня одного яичка мало. Я еще хочу. Я же всю зиму спал и есть хочу. Одно яичко мне маловато. Как еще нам проверить, где сырое, а где вареное? Может быть, ты, Мишка, знаешь? Я знаю. Ну, подскажи нам. Я знаю. Вот смотрите, ребят. У меня тут две баночки. И стоит соль и два яйца сырых. Сейчас узнаем, какой опыт мы проведем. Одну баночку мы опустим, яичко посмотрим. Провалится. Ой, утонул. А второе посмотрим, какой опыт сделаем с вами. Эксперимент. Согласны? Ложка соли. Две ложки, три ложки, четыре ложки. А кто мне поможет? Я. Иди помоги, Ангелина, помоги помешать Мишке. Ой, стул, вернулся. Соль должна раствориться в воде, ребята. Посмотрим, утонет наше яичко или нет. Вот хочется ловить это яичко. Возьми яичко, посмотри. Ой. Подождем немного. Теперь тихонечко опусти яичко. Дима, что с яйцом? Крутится. Оно упало на дно. Ну-ка. Надо немножко, наверное, соли добавить. Маловато соли, ребят. Мы соли. Сейчас.
Сахар сделаем. Видно, получится вулкан. Попробуем второй раз. Ой. Видите, как водичка поменяла цвет. А теперь подождем, пока водичка успокоится. И положим. Ребят, смотрите. Играет, но на дно не опускается. Все равно опустилось. Что за чудеса? Крутится, какой не чудеса. Рядом медведь. Ну, медведь наколдовал, да. Видите, это яичко внизу, а это яичко чуть-чуть поднимается. Смотрите, видите, держится. Вот оно играет, видите? А это яичко на дно тянет. Ну, вытащим яичко, ребята. А давайте посмотрим, оно сырое или вареное? Сейчас медведь разобьет и подскажет нам. Ой, раз, два, три, оу! Ребята, у нас смотрите, что стоит. О, сковородка уже готовая. Нальем туда маслица. Я люблю вкусные яичницы. Я же голодный, я всю зиму спал. Я так хочу есть. Что-то я. Да, ребята, я тихо. Даже... Тихо. Послушаем. Видишь? Шум какой-то. Раз, два, три. О! Ой. Было яйцо сырое, а теперь яйцо жареное. И называется такая яичница глазунья. Ой, вкусняшка получилась. О, ребята, снимем яичницу, уже готово. Ой, ребята, а теперь я хочу посолить. Посолить? Да. Я думаю... Яичница у меня готова, но соли не хватает. Соли? Да, мне надо посолить, но у меня тут на тарелке и перец, и соль вместе. Что же делать-то? А, что же это? Что же мне такое? Егорушка, иди сюда, помоги мне, внучок. Что мы будем делать? Шахмат. Что мы будем делать? Мне нужно отделить соль от перца. Я перец не люблю, перец кусается. Я хочу соль посолить на перец. Попробуешь? Что будешь делать? Чем? Шариком? Да. Ну, давай, подвинься. Ребят, смотрите, какой фокус делает. Покажи, Егорушка, покажи детям. Какой фокус получился. Посмотрите, соль осталась на тарелке, а перец прилип к шарику. Давай покажем. Спасибо, Егорушка, спасибо. Вот теперь можно и глазунью нашу посолить. Ой, какой аромат идет. Глазунья готова. Ну, ребят, ну я еще хочу чаю попить. Вы его сами сварите. Сами сварите? Хорошо. Вот у меня на столе. На столе у меня 4 баночки с водой. Только я не знаю, какую воду, какую баночку взять чай сварить нам. Кто мне поможет? Я. Иди, Данечка. Помоги. Что нужно делать? Как ты думаешь?
баночки взболтать. Покрути, покрути. Покажи детям, как ты крутишь. Повернись к детям. Чистая вода? Чистая вода. Так, ставь банку на стол. Попробуй вторую. Попробуй. Повернись к детям. Грязная. Грязная вода. Грязная вода не подойдет для чая. Так, эту. Надо нам выбрать. Люцу. Не страшно. Повернись к детям, покажи. Потряси. Желтая водичка тут. Будем мы чай пить из такой воды? Нет, конечно. Потряси, детям покажи. Зеленая. Будем воду пить? Нет. Сейчас подождем. Так какую баночку мы выберем для чая? Покажи, детка. Мы выберем баночку с чистой водой и дадим Татьяне Анатольевне, чтобы нам сварила чай. Да? Ой, я пока спал, что-то у меня тут с костюмом пуговица упала. Надо мне иголочку. Вот, Мишка, вот тебе иголочка. Ой. Ой, ребята, иголка упала на пол. Ой. Так, ну-ка, давай-ка иди пока. Кто у нас? Иди, Богдаша, попробуй иголку. Я не найду, ребят. Так, подожди. Надо найти нам иголочку, то я... Богдаш, как ты думаешь? Богдашенька, ты нам сначала скажи, что ты делаешь? Магнитиком ищешь. Ну, магнитиком ищешь, ну ищи. Везде ищи. Ищи. Я что-то не вижу. Поводи по полу. По полу поводи. Я нашла. Под стол. Опа. Что-то не нашли мою иголочку. Давай-ка сюда ближе ко мне. Ко мне посмотри. А ты по полу води иголочкой. Ой. Во, покажи детям. Ой, ребята. Ой, здорово. Магнитик притянул к себе иголку. Мне нужна иголка, хорошо. Спасибо тебе. Обязательно себе пришлю. Пуговицу мне тут, видите, расстегнулась пуговица. Оторвалась. Мне иголка нужна. Спасибо, мои хорошие. Так, яичница наша готова. Опыты мы с вами сделали. Раз мы все готовы, вы мне помогли, да, проснуться, во-первых. Во-вторых, мне помогли яичницу сделать. У меня для вас тоже есть сюрприз. Подойдем ко мне поближе. Подходите ко мне поближе. Сейчас я буду говорить, а вы будете делать. Вот. Тоже есть интересный опыт. Очень интересный. Смотрите. Я налью водички. Я не вижу. Вот. По чуть-чуть. Два вода. Тихо. Четыре вода. Так, теперь смотрите, ребят. Зелен. Набираешь желтую краску и мешаешь в одну кружку. Так. Держи, а ты макаешь чуть-чуть водичку, красную, набираешь красную краску. Я не вижу. А можно смешать красную и желтую? Нет, не надо. Мы сейчас еще побольше набирай. Так, держи, макаешь чуть-чуть. У каждого свой цвет, ребят. Сюда. Леон, тебе хватит. Ангелин, давай еще раз зеленый набирай. Кто еще стоит? Иди с такой. Не хватит, класс. Макни. Хватит, отходим тогда.
синюю. Еще чуть-чуть меньше. Все, оставляем. Моя класска желтая. Мне классная. Еще побольше набирай. Пускай водичка у нас будет поярче. Поярче. У меня желтая. Мне классная. Какая водичка у нас получилась, ребят? Желтая, зимняя. Классная, зеленая, синяя. А сейчас мы эту воду попробуем. Попробуем с вами превратить в радужную воду. Да? Можно я попробую? Нет, подожди. Теперь у меня на столе, смотрите, ребята, еще есть сахар. Так, первую кружку мы ничего не наливаем, без сахара. Вторая, чья кружка была? Моя. Где стала Богдашка? Богдаша берет одну ложку сахара и кладет туда. Мешай. Так, а вторая чья была? Ангелина. Ангелина твоя? Да. Набирай ложку. Целую. Еще половинку. Еще половинку. Быстрее перемешиваем. Кисточка. Кисточка. Кисточкой мешаем. Пускай растворяем. И Костик, иди сюда. А ты две ложки кладешь. Две ложки, да. Что мы кладем в стаканчик? Сахар. Сахар. Делаем радужную воду. Мешаем. Оставляем. И тут это мы пробуем. Перемешали? На кисточке перемешай. Перемешай. Надо, чтобы сахар растворился, ребят. Посмотрите внизу, растворился сахар или нет. Мешаем. У меня все. Получилось? Да. Так, смотрите, что у меня есть. Теперь отходим подальше. Отходим подальше. Так, садитесь на стульчики. Подальше отходите. Смотрим дальше, что будет. Теперь смотрите, ребят. У Леона кружка без сахара. Вода просто с краской. Это чья кружка была? Моя. Здесь ложка сахара, здесь полторы ложки, а здесь две ложки сахара. Да? Моя. У меня есть вот такая груша интересная. Сейчас мы попробуем вот в эту воду распределить по цветам, как тут есть. Попробуем. Ага. Раз, два, три. Иники, беники, ели, вареники. Что с водой случилось? Она засасывается. Теперь смотрите, вот эту грушу я опускаю вниз. И тихонечко. Ой. Сливаем. Оранжевый. Что получается? Оранжевый. Разноцветный. О, господи. Ну, что получилось? А тут где вы? Что получилось? Оранжевый. Красный осел внизу. Какой еще цвет возьмем? Зеленый. Возьмем чуть поменьше, потому что нам места не хватит, да? Стоп. Ой. Опускаем опять грушу вниз и тихонечко мы должны выдавливать внизу. Ой. У нас какой цвет, ребят? Голубой. Я не знаю. Смотрите, ребят, желтый наверху, внизу красный и зеленый. Зеленый.
выдавливаем, тихонечко выдавливаем. Ой. Посмотрим, что получится. Ждем, пока успокоится. Верхний слой желтый получается. Ждем пока. Надо, чтобы вода успокоилась. А то разворошила. Пока у нас получится этот опыт, ребята, я могу вам другой опыт еще. Я хочу тоже вас порадовать. Смотрите, какой у меня волшебный шарик из цвета неба. Как вы думаете, ребята, если я его проткну, лопнет у меня шарик? Да. Нет. Нет? Да. Почему? Ничего тут нет, смотри, ничего нет. Ничего. Стой, шарик, да ничего нет. А что? Нету там скотча. Где там скотч? Я не вижу. А я вижу. Я вижу. Так, закрывайте все глазки и ушки. Сейчас я буду лопать шарик. Тихонечко. Тут водичка. Краска и фейри. А теперь кладу соду и перемешиваю все. Попробуем сегодня делать вулкан. Разноцветный вулкан. Что я туда положила? Фэри. Краска. Водичка, краска, фэри и плюс что еще? Сахар. Нет, не сахар. Сода. Сода. А теперь у меня есть такой интересный такой такая водичка. Знаете, что как называется? Нет. Уксус. 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 Посмотрим, добавим уксус, что у нас получится. Идите, посмотрите поближе. Как лицо. А что у нас получилось? Разноцветный вулкан. Зеленый, желтый, красный, синий. Запах. Смотрите, ребята. Цвет меняется. Видите? Краска. Желтый совсем не видно. Это уксус так пахнет. Давайте еще чуть-чуть добавим, посмотрим, вулкан проснется или нет. Он спать. Люба. Давай желтый. Лава. Лава. Ой. Чуть вулкан не заводит. Почему вы меня так умеете? Опа. Вот как получилось. Смотрите. Зеленая лава, желтая, красная, синяя вообще превратилась почти в белую. Да? А может быть? Вулкан. Проснулся вулкан. А у меня зеленый пробил. Понравилось? Да. Хорошо. Ну давайте синий. Один лампочку там. А можно я попробую синий? О, это голубой. Не трясем стол. Это голубой. Ну давайте попробуем. Опускаем вниз. И тихонечко выдавливаем, тихонечко. А вы смотрите, синяя полосочка там получается или нет? Появляется? Пока нет. Да, появляется. Вон внизу, смотрите. Да, чуть-чуть. Так, давай. Еще раз возьмем, потому что наш приз маленький. Надо вниз опустить и тихонечко, да. Струей наливать, тихонечко. Становится все больше.
Больше? Да вот, смотрите. Давайте еще раз возьмем. А почему тут пузырьки не заканчиваются? Ну, там, коснулся уже все. А у моего почему-то не заканчивается. Еще раз смотрим, ребят. Хватит, я вижу. Сейчас. Только не трясите, пожалуйста, стол. Синее, оранжевое, желтое. Давайте зеленым похабаем еще. Поколдуем, поколдуем. Я вижу глаз. Так, зеленый цвет опускаем, ребят. Посмотрим, что получится. Сейчас появится там маленькая струйка. Еще раз набираем. Итак, можно по очереди все цвета. Синий, оранжевый, зеленый. А желтый будет наверху. Можно? Давайте тут помешаем. Вдруг что-то получится. Видно, зеленый. Сейчас успокоится. Потому что у нас был синий и зеленый немножко. Вот будет такой мутный цвет. А давайте еще попробуем раз помешать. Лен, что мы показываем? А потом можно помешать. Вот и получается радужная вода. Смотрим я теперь внимательно. Зеленый. Опа. Теперь смотрим, опуститесь вниз. Зеленый внизу, да? Синий, оранжевый и желтый. Желтой воды было больше всех, правильно? А у нас еще водичка осталась. Можно еще из этого сделать? Ну, можно, конечно. Можно еще раз попробовать, да? Желтый, оранжевый, зеленый и синий. Нет, нам хватит. Ну и получилась у нас вот такая водичка. Радужная вода. Дома можете попробовать. Хорошо? Подашка, можешь налить. На. Заливай уксусом и поставим на 2 дня. Оп. Это что? Все. Укс. Это яблочный уксус. Поставим яичко на 2 дня. И через 2 дня посмотрим, во что яичко превратится. Будет самый главный фокус. Угу. На 2 дня мы поставим на подоконник и прикроем немножко. Хорошо? Можно Мишку сказать? Танцую с Мишкой. Все помогли, разбудили нижний веса.